Чемпионы среди крох. В Мурманске состоялся олимпийский забег в ползунках. Необычное соревнование для самых юных спортсменов от 6 до 11 месяцев. Помимо подарков и цветов, победители получили настоящие медали «Сочи-2014». Чтобы унести все награды, понадобилась помощь родителей. Столица Заполярья не уступает олимпийскому Сочи. Здесь тоже кипят нешуточные спортивные страсти. В дисциплине забег в ползунках чемпионом мог стать каждый участник, даже если он еще не умеет ходить, читать и говорить. Соревнования, посвященные зимним Олимпийским играм, проходили под девизом «И не допересохнет молоко в наших сосках». Это был самый масштабный, самый массовый наш забег, потому что обычно мы ограничиваемся 10-15 участниками и проводим забег в детворе. В этот раз спорткомитет и учебно-спортивный комплекс выделили нам это помещение в центре города, что очень удобно. И участников мы набрали в этот раз 30 человек. Малышам нужно преодолеть 5-метровую дистанцию за 2 минуты при помощи родителей. Мамам и папам разрешено использовать любые завлекалки, чтобы ребенок пришел к финишу первый. Давай, иди сюда, иди. Семья Кузьмичевых в ползунковой олимпиаде участвует в первый раз и сразу на пьедестал. Маленькому Диме 9 месяцев. Он и показал лучшее время 17,3 секунды. По мнению тренеров родителей, это результат упорной подготовки к соревнованиям. Мы дома тренировались, конечно же, на время. Каждый день мы по одному разу пробегали дистанцию 5 метров. И папа у нас секундомером засекал время. Мама ходит просто в бассейн с сыном. Да. И я думаю, да, это тоже, конечно же, в первую очередь, это наше плавание, которое нам помогло достичь такого, я думаю, что на первый раз огромного результата. Это наша первая золотая медаль. Я думаю, не последняя тоже. Приятным и неожиданным сюрпризом для зрителей и участников стало присутствие на торжественной церемонии награждения серебряного призера Олимпийских игр в Афинах Ларисы Кругловой. Ну а родителям, конечно же, огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли, привели с собой этих замечательных малышей. И сегодня, я думаю, что все получили море позитива. В таких играх победа действительно не так важна, как участие. Из зала соревнований никто не ушел огорченным. Всех юных спринтеров наградили дипломами и памятными подарками.